Полейте за меня! Сладко, еще! Вот он! Сжимай руку, сразу! Найди, найди, найди! Снизу! Снизу, снизу! Круто! Вот это бьет! Как автогеном залезает! Всем привет! Я сейчас пришел на тренировку к своим друзьям. И я буду тренироваться, между прочим, с девушками, которые много-много лет отдали боксу и выступали на соревнованиях. И вообще они крутые, молодцы. Сейчас посмотрим, насколько они молодцы. Тебя как зовут? Олег. Тебя? Александра. Александрас. Александра, одно из самых любимых моих имен, потому что у меня маму Александра звали брата и так далее. Парни. Нормально. Рад видеть. Жуков, положу-ка. Вот. Значит, друзья, значит, знаете, куда я пришел? Вообще-то эта команда называется «Безопасная Москва». Ну, в двух словах, командир вот этой «Безопасной Москвы», расскажи пару слов, кто вы из чего? Ассоциация «Чоп Дружина». Охраняем, осуществляем безопасность звезд, селебрити и многих других. Вот наша команда, вот наш гость, друг. И союзник, у кого мы тренировались, у кого мы получали квалификацию. А вот сейчас он нам еще что-то принес интересненькое. Нет, ничего я для парней ничего интересненького не принес. Мой интерес сейчас в основном это девчонки. Объясняю почему. Некоторые говорят, вы знаете, девушки, я вам не советую вообще тренироваться вот никакими единоборствами, потому что это все бесполезно, потому что нормальный здоровый мужик, он все равно с собой справится, даже лучше и не дергайся. Это примерно похоже на то, не занимайтесь никакими вещами там против ножа, вас все равно зарежут. Вы просто лучше бегите, понимаете? И чаще всего говорит тот чувак, который сам бегать не умеет, которого я, например, я первый раз летом я палю котлетки, я его догоню, если надо, и дорежу, если был бы я такой плохой мальчик. Вот, а если ты в автобусе, а если ты со своими друзьями, а если ты в тамбуре поезда там или в купе, куда ты убежишь? Нужно что-то делать. А вот по размышлениям многих, типа, вы ничего не делаете, все равно бесполезно. Я не верю. Вот есть такая девушка, например, Валентина Шевченко, я ее очень уважаю. Вот взять на вокзале 10 мужиков, вот прям собрать любых, вот даю как бы почти зуб на отсечение, да, не отдам, но тем не менее. Десятерым она наваляет. И Аманда Нунис, и так далее, и так далее. Поэтому, вот, сейчас посмотрим. Мне вот так интересно, что у нас могут вот эти девчата, потому что одна из них Саша. Вот. И, Саша, расскажи, пожалуйста, где ты выступала, сколько ты лет занималась боксом, и скажи. В спорте вообще больше 23 лет. Занималась изначально плаванием. То есть тебе сейчас 24, да? Ты, нет. Ну, понял, ну хорошо. Изначально занималась плаванием, мастер спорт по плаванию, после этого перешла в бокс, так получилось, по стечению определенных обстоятельств. Занималась боксом, чтобы вам не соврать, 5-6 лет выступала в ММА, выступала по боксу на России, занимала призовые места, после этого выступила по ММА на Европе, мне сломали очень тяжело колено, и, в общем, было долгое восстановление, 2 года, в общем. И после этого, как бы, профессиональный спорт закончился. Но, я скажу так, жизнь не заканчивается, человеку нужно продолжать тренироваться дальше. И человек тренируется уже не для спорта, а для того, чтобы в жизни себя чувствовать уверенно. Вот это самое главное. Арина, да. Расскажи, пожалуйста, кто ты и чего? Я тоже занимаюсь с детства единоборствами. Помогите. Я, честно говоря, уже их побаиваюсь, но... Да. Вообще, я начинала с карате, киокушинкай, вот чемпионка мира, чемпионка России, Европы, ну, все, что можно. Потом так получилось, что я ушла в микс, потому что там интереснее, наверное, техникам как-то разнообразнее. Вот, поуступала тоже по миксу немножко, вот. И продолжаю также и преподавать, и развиваться во всех этих направлениях. Вот такие вот дела, вот такие вот у нас собрались красавицы, вот такие девчонки. И сейчас я им предложу размяться, по-моему, как мы делаем у нас на тренировке. То есть мы собираемся и начинаем бороться.
бороться в партере потихонечку, аккуратненько, нежно, ласково, для того, чтобы ни в коем случае друг друга не травмировать, аккуратненько. Боремся мы для того, чтобы разогреть все группы мышц, размяться и быть готовым дальше к последующей тренировке. Мы на тренировках боремся от полчаса. Бывает час подряд, без остановок, со сменой партнеров и все. Бывает весь пол в воде, в мыле, в собственном поту. Но мы сейчас не будем до такого доводить, мы просто немножко погреемся. Я хочу все-таки попробовать там, на что они способны. Мне просто очень, очень интересно. А про себя скажу. Значит, я никакой не мастер, не в спорте, точно не вообще. Вот, спортом, единоборствами мало занимался. И вообще я ноль. Вот, и попробую хоть что-нибудь попробовать. Все. Ваша задача показать, как вы боксируете, как убить. Просто меня побьете, все. Я со своей стороны обещаю, что я до вас не дотронусь. То есть я не буду вас бить, все. Меня можно. С колен начнем, надо потихонечку. Вы все же в миксе участвуете, да? Бороться, крепко понимаете, да, что такое? Ну, погнали. Смотри, двигайся, не шевелится. Смотри, убежал, все. Победа, ребята, первая победа со мной, боится мне. Ну, иди сюда, вот, что-то. Да, я так не хорошо. Ну, давай я к тебе, пойду. Смотри, я к ней подхожу, она отходит. Хорошо, я подожду тогда. Давай, не бойся, давай потихонечку. Просто приемчик, да, попробуйте. Конечно, все может. Он утекает больно. Смотри, смотри, она фактически меня уже почти победила. Даже равновесие почти потерял, вы видели? Утекает. Вот что твои ноги. О, силище-то, смотри, поехали дальше. Ариночка, не бросай меня, я тебе дам пошевелиться, ничего страшного. Так. Где малыш? Во! Вот она, массовка, вот она, пошла. Так, смотри, ну давай, ну. Смотри. Ну давай, посиди. Я убегу. А, ногу, да, давай. Вот, привет. Смотри, разогрел. Не, бить не будет. Как не боя. Не, я ж тебя не бью. Не, я тоже ласковая. А, не буду, молодец. Ну, ногу можно вернуть. Давай. Нет, вы можете, конечно, подумать, что парень с девушками справляется. Да они ой-ой-ой. Вы знаете, это, как говорится, про мужчин кони в яблоках. Я про них не могу сказать, но это... Давай еще немножко, погнали, пока она там разминается. Смотри, я когда упал, сразу как ногу закинуло, сразу видно. Ну давай. Так. Да прыгай на уголок. Она волнуется и равновесие еще теряет, понимаете? Ну давно не боролся. Равновесие теряет. Такой же, о, почти победила. Лучше убежать. Ага. Ага! Ну давай, пока. Пробираешь чуть-чуть? Давай с тобой, как будто мы с тобой джиу-джитсу занимались много-много лет. Давай. Можно им взять. Давай. Ну, у нас разная весовая категория. Определенно. Не, ну я подошел. Я то я подхожу, ты отходишь. У вас у всех по-другому. Пока захват не осуществил. Я здесь рядышком. Ага. А так-то было, а? Скажи, когда со мной борешься, что-то чувствуешь? Я ничего не чувствую. Ты меня чувствуешь? Ровно. Опору мою чувствуешь, когда ты у меня пираешь? Вес. А ты хочешь меня опереть? Ты чувствуешь, что ты тебе не даю? Обтекаемость. Ты что-то права, я у меня рука. Я как кусок с водой, да? Да. Погнали дальше. Ну, хотела меня отдать, давай. Ну, хорошо, я буду. Тогда, если я буду подходить, то я отходи, ладно? Хорошо. Вот. Сейчас провалилось, да? Было дело? Да, было. Так.
Молодец, продолжай, продолжай. Я лучше убегу, ладно? Не закрывать не буду, не буду. Так. Извините, я вас подержу вот здесь. Душить не буду. Умничка, молодец. Молодец. Слушай, хорошая защита. Вы побьете меня во время борьбы. Я разрешу. Смотрите, мы напарницы, мы работаем. Напарница. Мы друг друга все равно отомстим. Давай, давай, давай. У нее такой инстинкт самосохранения очень хороший. Вот у кого-то наоборот на атаку, у кого-то на сохранение. Да, 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 да. Но она так видишь, очень много убегает. Иди ближе ко мне, не бойся. Давай, давай, смотри, иди еще. Я ничего не делаю. Иди ко мне, иди. Еще, еще, еще. Вот отсюда, давай, начнем. Я работаю от тебя, то есть первый не нападаю, ладно? Чтобы тебе было не опасно, тебе уже было. Весом чуть-чуть. Ага. Давай еще попробуем. Ну я так на свою любимую обманку придумал. Попробуй сделать. То же самое, что с ним сделать, то же самое. Давай я там тебя уронить. Урони меня. Урони. Вот, да. Хорошо. Запрыгивай. Души, 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 защелкни. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Прям. Молодец, умничка. Нет, да. Бить не буду. Я не бью. Смотри, смотри, я тоже могу отсюда бить, имею в виду. Он сейчас даже зажмет. Я не буду зажимать. Чуть-чуть скорее. Я понял, не буду чуть-чуть делать. Чуть-чуть повыше. На весе, я тебя дождался, ошибку да. Понял. Вот здесь можно себе позволить аффорбальное удушение? Да. Есть. Как дела? Нормально? Ну, я спросил разрешение. Давай, так, сюда. А, да, да. Мы еще пару раз и все. Будем дальше меня будете бить. Хорошо. Давай, круто. Боевые девчата, вообще просто помогите. Да. Я там уже пытался тебя на треугольник поймать. Но. Уже там подлавливал. Нет, давай. Я не буду ничего больно делать. Ну, по-моему, не попал в кости. Да, да, да. Было. Не больно? Ничего? Нет, хорошо. Все хорошо. Умничка. Давай, лап. Еще раз с тобой, еще с тобой. Ладно? Девчонки, молодцы. Я просто за вас гордый. Мужики, попадете под таких? Офигеете! Мужики, ой, это там меня переводит! Это как-то девушка вот она сказала. Когда она меня переводит, она уже готова меня бить. У нее уже в голове рефлекс работает. Умница. Просто у меня гордость за наших российских девчонок. Давай. Смотрите, я покажу, смотри. У меня уже было несколько возможностей тебя вывести из равновесия, потому что ты вот так шатаешься. Я вот туда будешь, оттуда уронил, туда будешь, оттуда уронил. Следи за собой, да. Боксерский. Не можешь сказать, да, вот этот маленький боксерский, да. Он против тебя здесь работает. Больше в тазу баланс держи, чем вот здесь. Хорошо? Угу. Потому что я за счет этого вас уложу на равновесие. Вот это я тоже ждал. Нет, это
Это мост, хороший мост. Давай, Лен. У вас как замечательный. Вот это круто! Вот это круто! Извините, девушка, я воспользуюсь музыкальной паузой. Мост хороший. Ну да, девушка, вы, по-моему, на американку попали. Я пущу. Все, молодец. Спасибо тебе большое. Одевайте варежки, девчонки. Сейчас одеваю перчатки. Я вообще в шоке. Такие девчонки духовитые. Просто пипец. Посмотрим, что дальше будет. Ну, сейчас я готовлю к самому главному. Девчонки. Девчонки, скажите. Девчонки, скажите, пожалуйста, а вы за деньги выступали? Коммерческие? Да, да. Выступали? Ну, у меня был один. Был, да? То есть профессионально, слово профессия, за деньги. Профессионально спортсмен. Профи. Для чего ты тренируешься, чтобы короче, не заработать? Профи. А ты за деньги тебе давали? Не выступал за деньги? Любитель, да? Смотрите, какая красивая любительница, помогите. Что это такое? Сумки мешают кожу. Пока я тут готовлюсь, снимаю носочки, там все. Хочу вам сказать. Девчонки, а сколько вам на двоих лет? Лет 60 будет? На двоих? Нет? Короче, мне 51 недавно исполнился. Вот. Поэтому я пытаюсь скакать, как 20-летний мальчик. Чувствую, что ни хрена не получается. Какой у нас ринг? Какое вы хотите пространство себе? Все? Или маленький кусочек? Маленький? Да вот, давайте вот. Это же нормально, да? Погнали. Что? Что, двоем? Не, подожди. Девчонки. Крой, мы поедем. А мы с вами Не надо. Я вдвоем боюсь, потому что я могу нечаянно зацепиться. Нет. По очереди. Да? Давай, кто из вас? Ну давайте, она давай. Была первая. Вот это вот пчелочку. Блево стороне стойки. А, работает джеб, по-моему, очень неплохой. Но она раскрыта. Вон. А что только что у нее реакция? Смотри, глазище. Стоп. Только руки или ноги? Руки. Нет, пока только руки. Потому что защиты нет, я просто вобью тебя, и руки у меня. Зачем? У тебя колено, травма колена была, и все остальное. Зачем это? Бери жопу, друг, давай. Пусть страшно. Я ничего не делаю, я здесь.
хороший удар. Если бы попало, я точно бы умер. Хорошо, мне повезло. Она не промахивается, это просто мне повезло. Ты смотри, смотри, смотри. Надо резать ей угли. О, ты что там хочешь увидеть? Почти попала. Я почему? У меня легкий вес, поэтому я могу сближаться. Знаю, что если меня попадет, он не нокаутирует, поэтому я не боюсь, а только из-за этого. Я бы вот к такому парню бы близко бы не подходил. То есть такой бы уже сколько-то не пройти? Ну, конечно. Я хочу, чтобы ты покайфовал. Покайфуй. Давай, давай. Давай, в пятнашечки какие-то. Ого! 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 Вот он порох, порохомниц. Ядрый ягодиц. Молодец ты какая, а? Давай, да, 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 танцор. Алина, давай, застань. Иди ко мне, Алина. Встань, застань, ко мне. Сказываешь, так, так, так. Вы понимаете? Вы понимаете, с какой девушкой я? Разбить. Она сейчас убьет меня. Да. Да, он уже был готов. Все, смотри, брови домиком сделал, такая готовочка, на задней ножке дал. Левый джеб, опять готовь, смотри, показывай движение. Весь вес не делай, нормально, сзади не могу. Ой, шипит. Зажимай, зажимай. Конечно. Ну иди, иди, зажимай. Момент, когда твой друг берет ручку, блин, чек. Почти попал. Давай, встань, встань. Почти. Да, опять пошел. Болейте за меня. Вот он. Сжимай руку, сразу. Вози, вози, вози снизу. Снизу. Снимай. Снизу, снимай. Круто. Круто. Вот это пьет. Как автогеном залезает. Я вас немножко остановлю. Бьет, как автогеном срезает, представляете? Давай, ну... давай, вот я сейчас скачу. Град удар. Град удар. Есть попадание! Есть! И после того, я не знаю, сколько. Я нечаянно. Пойдем через поворотник. Хожу по ногам. Скользь. Да я не вижу. Пресс такой крепкий. Я сейчас пресс пробил. Руку чуть не отбил. Замахивайся. На вот тебе, на. 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 На! Ура! На тебе еще! На! На! Блин, слетает резинка, дай мне резинку. Конечно, давай тебе там. Резинка слетает. Ну правда, разглянуть. Вставай на колени. Нормально, а что? Вставай на колени, Мария. А чем мы с тобой бьем? Ногами в голову аккуратненько, то есть обозначаем, то есть носы не разбиваем, трение, по крайней мере, я тебе не буду бить. В смысле, как с коленей? Как микс, как с микс. Нет, нет, почему с коленей? Мы сейчас будем валяться, падать, все. Менять позиции там и все. Я хочу, чтобы ты побил меня, попробовал себя вот так. Хорошо? Удар бьем или вяжем? Бьем, бьем, нет, бьем, смотри, мы одновременно боремся и бьем. Как не спать. Да, только очень аккуратно. Локтями не надо, ну, обозначать, не бить. Да, не надо, ничего. Короче, мы никаких ни рассечений, ничего не допускаем. Мы работаем, ну, как, ну, в игровой лайтово, аккуратно. Понял, принял. На хитрость. Ты
Только я быстро не буду бить все, чтобы тебя не напугать. За помогу отдаешь еще. Тогда получи, получи, вот тебе, вот тебе. Наталья захватывала бы голову-то. Вот тебе, вот, получи. На тебе. Закрывай треугольник, закрывай. Закрывай, закрывай, закрыла. Я буду выходить из него. Вышел из треугольника. На тебе. На, на, Шурик. На тебе. На, все, молодец. Треугольник закрыла, умница. Оператор маленько проворонил, фишечный, ничего страшного. Сам мы им займемся. Такой кадр, хороший. Бумеранг, да? Да-да-да. Так, еще одна красавица вышла. Вытащить из меня последние калории, которые я сегодня наел предварительно. Подожди, подожди, я сейчас одураж добавлю. Ну что ты, базару хочешь, да? Базару не будет, слышишь? Драки хочешь, драки тоже не будет. Давай честный бой. Подожди. Подбери эту штуку сначала. На тебе, на! На! Это фишку не рубит. Вот тебе, на, 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 на! Получи по пусику. Смотри, что она хочет. Во, смотрите, чем она интересно будет бить меня? Смотри, колено диафрагму дай. Просто смотри, что она делает, а? А, смотри. Во. Хорошо. Есть, 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 есть. Так. Погоди, погоди. На коленочки. Погоди, погоди, на коленочки. Видали там сколько порохов в парокамницах? А ягодки и годицах. Там вообще просто... Они, короче, тут такие могут не понять. Ну я оценил. Че, мы сюда перепаться, что ли, с Парижа приехали? Да ладно, конечно, не больше ничего. Давай. Не больше ничего. Один. Не надо, нет. Вот он там один один. Короче, она сейчас меня вырубила. Фактически. Отомстила нас за весь женский коллектив. Да что ты говоришь? Ого! Это мамаша Бобу. Как это называется? Хоккей, да? Ты смотри, что творит. Что творят на поле канадцы? Канадцы просто играют. Ух, на. На, на, на. Смотри, сейчас дистанция будет. Намерены меня с дистанции вырубить. Да, сейчас. Ух. Ой. Ой. Сейчас я начну атаковать. На тебя. Так. Тебе стена сзади, тебе отступать-то некуда. Сейчас побегу на тебя, придавлю. О, привет. На тебе, на тебе, на. На, на, на. На тебе, на тебе. На. Ого, ого. Погоди, я тогда руки тебе прикрою. На тебе. На! На! Пардон? Ага! На! На тебе! Ну вот! Почти попало! На тебе! На тебе! На, на, на! Голову не бьем! Хотела! Ты хотела! На! На! А что такое? Головой не бьем. Я не бью, я обнимаюсь. Хотела. Я обнимаюсь. Обнимаюсь, это приятно. Конечно. Тогда я тоже буду обниматься. Подышим. Пока отпустил. На, на. Ребят, такое ощущение, как будто я ее бью. Даже больше. На, на. Ты смотри, что творят. Куда ты, девушка? Ты попасть под треугольником. Или нет? Во! Во! Хорошо, когда у ней волк кусает. Это засос. Вот, посмотри. Во, еще один. Во, на. На. Это лучше.
На! На! Все, сдаюсь. Молодец. Фу! Я вам скажу так. Если вы думаете, что девчонкам бесполезно тренироваться, я вам скажу так. Вам еще расти и расти умом. Вот эта дама, не дай бог ей попадется товарищ, который тяжелее бутылки не поднимал, бутылки пива ничего не поднимал в своей жизни. Вот. Она просто уделает, как бог черепаху, имейте в виду. Вот эта дама, не смотрите, что она худенькая, такая совсем. Вот. Рубанет, как автогеном срежет. И ум у них заточен как раз под бойцовскую тему. У них хороший, замечательный бойцовский интеллект. Что у одной, то у другой. Да, я не спорю, я их где-то переигрывал. Но, ребята, ну, я больше лет тренировался, чем одной и второй. Вот именно только лишь поэтому. А так, они вообще просто молодцы. Я, девчонки, я борц за вас, то, что вы есть. А вы не можете не есть, поэтому ешьте как следует. Тебе больше протеина ешь. Вот. Тебе тоже больше протеина. Да, да, спасибо. Спасибо вам, девчонки. Спасибо. Спасибо. В любом случае, мы немного, то есть, ну как, не немного, мы не могли бить этого человека, потому что он нам годится в отцы, и очень многому у него научились, он как учитель для нас. Да, уважение превыше всего, наверное. Миш, ну как наш телохранитель? Я бы хотел, так, я хочу, чтобы, когда я вырос совсем большой-большой, и я сам начинал с телохранителя, между прочим, отработал 6 лет в центре подготовки телохранителей и силовых структур, вот, международных. Но я хочу, чтобы меня тоже уже начали охранять, вот именно они. Потому что им я доверю свою жизнь легко. Заказ принят. Например, арестовывают пьяного мужика. Он валяется. Я не могу. Потому что он не убережет, что он туда перетекает. Да. Потому что он туда берет. Я вам расскажу историю такую. В Вышнем Волочке, откуда я родом, был один мужик. Он был весом, ну, больше 200 килограмм точно. Я забыл, дядя Коля, по-моему, у него был мотоцикл. Мотоцикл у него был Иш, который с люлькой. Только люльку он нацепил, на этом Иже ездил. Он был очень сильный. Там, в общем, представьте, этот палисадник, детский садик, вот такой палисадник. За ним, короче, гонится гаишник, он подъезжает, пьяный. Ну, берет этот мотоцикл через палисадник, вот так переставляет, а сам перелезть не может, понимаете? Все. Потому что он вот такой здоровый. И когда они его арестовывали, там вот такая: давай залезай в машину, они ему: не полезу. Залезай, я сказал, не полезу. Ну мы тебя тогда силой затащим. Берись. Они походили около него, вокруг него, плюнули и пошли. Понимаете? Вот такая штука. Поэтому мы учимся, уже пора в нашем возрасте учиться не выше, дальше и быстрее, как в спорте, а минимум затрат усилий, максимум эффективность, то есть мудрость. То есть мудрость, понимаете? Если вы будете с кабаном, со здоровым бороться на его условиях, мы проиграем, понимаете? А если, например, мы ему не даем точки опоры и все такое, мы его таким образом мучаем и мучаемся. Угу. Вы молодцы, умнички. Давайте, растите вот в этом направлении, и все. И буду очень рад с вами еще встретиться. Хотите, ко мне просто на персоналку, у меня от вас денег да, много. Приезжайте на персоналку ко мне, я вообще могу поднатаскать кое-какие вещи интересные вам там. Спасибо. Вот. Как раз для специфики вашей работы, чтобы вы приехали, еще и парней научили. Ладно? А мы возьмем с ним. Если у тебя, смотри, вот сделай мне хоть что-нибудь, смотри, я здесь стою, ты мне как-то нападаешь, да? Если я буду понимать, давай дергайся как-то. Понимаешь, какая штука? Смотри, ты меня когда брал за стол, медленно покажу, мы что сделали, я вот так сделал. Я не вот так руку убираю, а медленно, типа, смотри, ты берешь меня, опа. Ты видал? Фишка какая. Вот это намного важнее. Да, да.